14-летняя обладательница первого паспорта Арина Болгова учится в кадетском классе Видновской школы номер 11. Рассказывает, что выбрала это направление из-за возможности носить форму. Мне просто очень понравилось, как выглядят люди в форме. И это какая-то немножко другая ответственность. Ты чувствуешь себя более взрослым, у тебя еще больше ответственности. Это очень красиво. Для меня получение паспорта – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином России. И я считаю, что паспорт может дать нам много новых возможностей. В торжественной обстановке глава Ленинского городского округа вручил 6 юным гражданам их первые паспорта. Это очень важный этап в моей жизни, и я стану немного взрослее. Поэтому, с одной стороны, мне немного грустно, потому что я становлюсь старше и уже более самостоятельно, но, с другой стороны, это обязательный этап в моей жизни. Для родителей этот день тоже стал праздничным, ведь их дети уже не просто школьники, а ответственные граждане Российской Федерации. Для меня это очень волнительный день. Это такое... дверь в новую жизнь, в новую реальность. Ребенок становится более самостоятельным. Ребенок уже пришел к выводу, что он сам теперь будет принимать решения. Теперь ребятам предстоит поменять документ по достижении 20 лет и в 45, как это совсем недавно сделал Алексей Спасский. Я вот 10 дней назад получил, наверное, свой, надеюсь, последний паспорт, который полагается поменять после достижения 45-летнего возраста. Вот, а у мальчишек-девчонок сегодня... день, когда они получают свой первый. Я никак не сомневаюсь, что у вас впереди еще такой яркий, насыщенный жизненный путь, в котором будет большое количество вопросов, на которые надо отвечать, решений, которые надо принимать. В это время новогодних праздников глава муниципалитета пожелала юношам и девушкам, несмотря на большой шаг во взрослую жизнь, продолжать верить в сказку и чудеса. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.